Итак, окей, все, запись пошла. Еще раз всем добрый день, уважаемые партнеры, уважаемые клиенты. У нас с вами сегодня информационный вебинар. Моя задача сегодня рассказать о тех изменениях в партнерской программе, которые у нас ожидались, и вот они уже готовы к релизу. Значит, это все эти изменения, они уже давно запланированы, и мы об этих изменениях уже начали думать в конце прошлого года. И это, то есть, не какие-то срочные изменения, это изменения, которые идут в нашей, скажем так, стратегической карте, потому что у нас есть план в этом году, у нас есть цель в этом году, и вот мы к этой цели идем. Начнем с того, что, значит, ну, апгрейд партнерской программы. Начнем с того, что в конце прошлого года, 2021 года, к концу года, когда мы уже начали понимать, что все хорошо и мы закрываем цель по скачиванию, мы начали думать о том, как мы проведем 2022 год и какие у нас задачи будут в 2022 году. Мы для себя определили, что 2022 – это будет год партнера, и отсюда вытекает, что самым главным количественным показателем в этом году для нас будет количество новых партнеров, то есть то количество людей, которые придут в нашу партнерскую программу, именно количество новых партнеров. И, значит, мы понимали, что для того, чтобы... Мы понимали, что это будет цифра, которую мы перед собой... То есть она будет высокая, то есть мы ее перед собой поставим, и нам нужны какие-то определенные в этой стратегии какие-то определенные тактические действия. То есть вначале мы определяем стратегию, к чему мы хотим прийти, наша цель, она какая-то количественная, и потом мы, исходя из этого, создаем свой путь, так скажем, да, создаем тактические действия. То есть, по сути, наша цель, наши желания, они определяют наш путь. И когда мы определились, что мы хотим, мы начали думать о том, какие инструменты нам нужны, и думать о тактике. И с конца прошлого года и начала 2022 года, еще до итогов Крокуса, мы начали проводить совещания в администрации компании, потом мы подключали ДМБ, департамент масштабирования, и, значит, у нас были совещания по поводу того, какие мы можем дать инструменты партнерской программе для того, чтобы наша партнерская программа стала больше. Значит, и еще раз, мы перед Крокусом мы для себя определили, что у нас цель в этом году будет 10 тысяч новых партнеров, и для того, чтобы к этой цели прийти, нам однозначно нужны инструменты. Значит, Значит, когда мы разбирали вообще всю партнерскую программу, нам нужно понять, да, что можно в ней сделать для того, чтобы появились новые инструменты. Нам нужно понять от и до, как это все происходит. И когда мы начали разбирать партнерскую программу, понятно, что мы начали разбирать ее с самого начала, то есть с момента, когда партнер заходит в партнерскую программу. И когда мы это все дело анализировали, мы пришли к такому выводу. Значит, то, что в нашей партнерской программе есть порог входа. И этот порог входа, он, ну, довольно-таки высокий, и я не скажу, что он там не все могут, абсолютно все могут, но сам по себе порог входа высокий. То есть, если вы знаете, у нас для того, чтобы начать заниматься бизнесом, то есть бизнес, мы понимаем, это построение своего собственного отдела продаж. Значит, для того, чтобы заниматься, нужно быть на пакете бизнес. Причем у нас, когда человек заходит в компанию, у нас есть два пакета. У нас есть старт-селлер, но это не партнерский пакет. То есть это старт-селлер, это старт-продаж. То есть человек на этом пакете имеет доступ к корзине компании, скажем так, к складу продукции, и он может заниматься реализацией этой продукции. То есть у человека нет возможности заниматься бизнесом, то есть нет возможности формировать свой собственный отдел продаж, строить партнерскую программу. То есть есть старт-селлер, это $300, и дальше бизнес уже начинается с $1400. То есть получается, что так как мы хотим, чтобы у нас в этом году было больше клиентов, то есть больше партнеров, то есть мы с вами должны шире открыть двери нашей партнерской программы. И есть порог, то есть об который, ну, есть люди, которые спотыкаются, для них там, может быть, эта сумма, она там не является решающей, но тем не менее. И нам нужно вот этот порог снизить. То есть и задача была в том, чтобы сделать так, чтобы человек мог с меньшей суммы начать заниматься бизнесом. И второй момент – это то, что вот в идеале объединить вот эти, то есть старт-селлер и бизнес. То есть сделать так, чтобы в одном сразу же пакете было все. И доступ к реализации продукции, то есть доступ к корзине компании, и возможность сразу заниматься построением партнерской программы. То есть
Еще раз, мы вот так, как мы работали до этого, это окей, потому что у нас были определенные цели тогда. И тогда это было хорошо, маркетинг работал, все отлично. Но мы с вами понимаем, то есть для того, чтобы достигать новых целей, нужно пересматривать то, что ты делаешь, потому что мы знаем, да, то есть делать одно и то же, получить разные результаты – это первый признак шизофрении. Поэтому нам нужно всегда пересматривать, тем более, когда мы ставим очень высокие цели, мы с вами должны понимать, что, как говорил Эйнштейн, проблемы не решаются на том уровне, на котором они созданы. Поэтому для того, чтобы к новым, большим задачам, там, целям перейти, мы должны что-то пересматривать, пересобирать и новые инструменты создавать. И вот анализ показал, что у нас вот есть такая, я не скажу, что это было там слабое место, вот, это просто тогда работало, а сейчас к этим целям нужно немножко поменять. Поэтому мы думали долго о том, как мы можем это сделать, и у нас появляются новые пакеты. Значит, еще раз, задача, две задачи было. Первое – это снизить порог входа для партнерской программы, чтобы у нас человек мог заниматься бизнесом, ну, то есть не с пакета там бизнес, да, не с 1400. И второй момент – это попытаться соединить, то есть сделать так, чтобы у нас не было отдельно пакет старт-селлер, где ты можешь заниматься продажами, отдельно пакет бизнес, где ты можешь строить партнерскую программу. Мы хотели это все дело соединить. Исходя из этого, мы разработали новые пакеты. И эти новые пакеты, они уже начинают работать с завтрашнего дня. Значит, мы эти пакеты, мы их, ну, как бы, скажем так, придумали в начале этого года, значит, на совещании в Москве, когда у нас был Крокус, это было в начале февраля, мы их утвердили с ДНБ, и вот весь месяц мы их реализовывали, то есть мы их писали. То есть это не та история, которую мы делаем экстренно. То есть это, ну, скажем так, то есть тот план, по которому мы идем. То есть у нас есть дальше еще инструменты, которые мы будем внедрять, которые мы будем делать. Это первая, так скажем, итерация в нашем пути к 10 тысячам новых партнеров. Вот, значит, мы готовы уже были вчера, в принципе, это включить, то есть у нас была задача, дедлайн к 1 марта, мы к 1 марта были готовы, но так как вебинар сегодня, значит, поэтому завтра, 2 марта, мы эти пакеты запускаем. Итак, давайте перейдем уже к пакетам. Значит, первый пакет, который завтра появится, мы его назвали «Старт бизнес», то есть по аналогии у нас есть «Старт-селлер», то есть был старт-селлер. И первый пакет – это старт-бизнес. Значит, старт-бизнес, если вы посмотрите на условия этого пакета, он, по сути, решает вот эту задачу, то есть снижение порога входа для партнера и объединение в одном пакете, значит, всех возможностей для партнера и иметь еще раз доступ к корзине компании для того, чтобы заниматься реализацией продукта, и доступ к партнерской программе, то есть человек может строить свой отдел продаж. И получается, что вот этот пакет «Старт бизнес», значит, он уже сразу же дает возможность и доступ к корзине, и партнерскую программу строить. Значит, его стоимость $800. В этом пакете у нас 6 месяцев абонентской платы, они уже включены, 6 месяцев со всеми начислениями, которые идут в течение 6 месяцев по партнерской программе. На этом пакете нет ни одной лицензии, там 0 лицензий, но это доступ к корзине компании, то есть у человека есть возможность заниматься реализацией продукта, у него есть доступ к обучающей платформе, и самое главное, у него есть доступ к построению своей команды. То есть у человека есть возможность, у него открывается дерево, и он уже сразу может заниматься бизнесом. То есть еще если раньше можно было заниматься с бизнесом только с пакета 1400, то есть сейчас это пакет $800. И какие по маркетингу вознаграждения за этот пакет? Значит, куратор этого партнера на старт бизнес, он получает личное вознаграждение 1 PV, и личное вознаграждение $100, и 1 PV у нас летит вверх по структуре. Значит, если мы с вами сравним, здесь пакет был, здесь было 900 личное вознаграждение, значит, в этом пакете у нас $100 личное вознаграждение, и 1 PV идет вверх по структуре. Это пакет «Старт бизнес». Идем дальше. У нас есть следующий пакет. А нет, там единственное, что еще нужно здесь сказать. Значит, смотрите, так как мы внедрили этот пакет, вопрос, что мы делаем со старт-селлерами. Значит, с завтрашнего дня у нас в маркетинге, в системе пропадет сущность старт-селлера. То есть сущности такой старт-селлера не будет. То есть и мы всех старт-селлеров, которые у нас есть на сегодняшний день, мы им присваиваем статус старт-бизнеса. То есть мы делаем миграцию.
значит, всех старт-селлеров, которые есть на сегодняшний день, мы их мигрируем в пакет старт-бизнес. То есть с завтрашнего дня у всех старт-селлеров, помимо всего, будет открываться, откроется доступ к партнерской программе. То есть они могут завтра уже начинать заниматься партнерской программой, то есть строить свой собственный отдел продаж. И миграция осуществляется с остатком абонентской платы. То есть старт-селлер, когда регистрировался, у него была 6 месяцев абонентская плата, и неважно, сколько сейчас прошло времени, там месяц остался у него, 3 месяца, 5 месяцев, неважно. То есть мы берем этот остаток и мигрируем уже на пакет старт-бизнес. То есть завтра эти ребята на этом пакете, на старт-селлер, они завтра проснутся со своей абонентской платой, но уже будет пакет старт-бизнес. То есть мы завтра эту миграцию тоже произведем. То есть пакета старт-селлер не будет, у нас будет пакет старт-бизнес 800. Идем дальше, следующие пакеты. То есть мы с вами говорили старт-бизнес 800. Следующий пакет бизнес, мы его оставили, но немножко переработали. Значит, если еще раз вы вспомните, бизнес был $1400, и там были, значит, одна лицензия, то в нашем новом пакете будут немножко другие условия. Значит, 6 месяцев абонентской платы, также там включено. И в этом пакете будет две лицензии UDS. То есть если раньше за 1400 была одна лицензия, то сейчас за 1600 будет две лицензии UDS уже в этом пакете. Затем, ну, понятно, там также доступ к корзине компании, доступ к обучающей платформе, можно строить свою партнерскую программу, все, то есть все это есть, как, то есть как было, так и остается. И личное вознаграждение $200. То есть тот партнер, у которого личный, то есть куратор партнера на бизнесе получает $200 личного вознаграждения, и 3 PV у нас уходит в партнерскую программу. То есть это так, как было у нас до этого. Единственное, чуть-чуть поменялась цена, у нас увеличилось личное вознаграждение, и мы добавили вторую лицензию к этому пакету. То есть в этом пакете уже две лицензии. Идем дальше. Следующие пакеты – пакет премиум и пакет VIP мы оставили без изменений. То есть там все то же самое. То есть пакет премиум 3900, и вы знаете все условия этого пакета. Там 6 лицензий, там $500 личное вознаграждение, и 10 PV идет в партнерскую программу. И пакет VIP, там тоже все то же самое. Стоимость пакета тоже 6 месяцев. Там уже 12 лицензий, тоже все доступы, и личное вознаграждение $1000, и 20 PV уходит в партнерскую программу. Еще раз, значит, что будет с завтрашнего дня? То есть мы берем все старт-селлеры, мы их делаем старт-бизнесами. С завтрашнего дня у нас появляется пакет старт-бизнес, пакет бизнес немножко модернизируется, и премиум и VIP остаются такими же. То есть у нас будет 4 пакета. Еще раз, задача основная была снизить порог входа и, значит, объединить в одном пакете все возможности и продаж, и партнерской программы. Затем идем дальше. Значит, когда мы разрабатывали этот пакет, пакет старт-бизнес, у нас была задача сделать так, чтобы, если мы пересчитываем на российские рубли, чтобы пакет в рублях был не больше 50 тысяч рублей. Тогда был курс доллара 75-74, и наша задача была, вот, чтобы в этом курсе, пересчете на рубли, чтобы пакет был не больше 50 тысяч рублей. Вот была прям такая задача, мы хотели это сделать, потому что это, ну, определенная психологическая такая планка. То есть мы хотели, чтобы бизнес в компании начинался до 50 тысяч рублей. То есть это была основная задача, и мы долго думали, играли с маркетингом, смотрели. То есть вся математика, которая есть сегодня, это вот максимально то, что мы могли сделать с теми цифрами, которые у нас есть. И мы решили старт-бизнес пакет сделать вилку. То есть к нему добавить еще один дополнительный, там, скажем так, пакет, в котором не 6 месяцев абонентской платы, а 1 месяц абонентской платы. И таким образом мы бы решили этот вопрос, значит, с бизнесом до 50 тысяч рублей. Понятно, сейчас курс другой, вот, но вот на тот момент у нас была задача такая, и тогда были поставлены задачи, и разработчики вот в течение этого месяца, они над этими задачами работали. Значит, но, тем не менее, завтра мы этот пакет тоже запускаем. Это такая вилка у старт-бизнеса. То есть у старт-бизнеса будет две опции. То есть можно старт-бизнес будет начать на $600, но там будет 1 месяц абонентской платы. Либо старт-бизнес можно будет начать на $800, и там будет 6 месяцев абонентской платы. Значит, для нас, для компании, ядро – это 800, 1600, там потом премиум и VIP. Это ядро. И вот эти вот $600, старт-бизнес $600, он немножко как будто бы такой в стороне от ядра.
Почему? Потому что он дает, ну, скажем так, еще более проще вход в бизнес, то есть порог еще сильнее снизили. Но там только один месяц абонентской платы. Поэтому с завтрашнего дня, когда вы будете заходить на регистрацию, у вас будет открываться такое окно. То есть, когда вы будете регистрировать нового партнера, у нового партнера будет открываться такое окно. То есть, нужно будет выбрать старт бизнес за $600, там, где один месяц абонентской платы, либо старт бизнес на $800, там, где 6 месяцев абонентской платы. Значит, для нас $600 вот эти вам пока сейчас как гипотеза. То есть, мы реализовывали маркетинг с таким набором, что мы в любой момент можем от этого пакета отказаться. То есть мы пока поработаем с этим пакетом 600, и если потом вы, партнерское сообщество, нам скажете, что нам этот пакет не нужен, мы хотим там оставить 800, потому что, ну, это логичнее, потому что у человека есть сразу же возможность 6 месяцев быть в инфополе, быть в продукте, проходить обучение и так далее. Ему не нужно думать об оплате абонентской платы там в следующем месяце. Если вы скажете, что нам пакет 600 не нужен, то мы его безболезненно абсолютно убираем и, значит, оставляем вот это ядро, где старт бизнес 800, потом пакет бизнес, потом премиум и потом VIP. Значит, пока что вот таким образом делаем вот эту вилку у пакета старт бизнес. Так, идем дальше. И получается, когда человек регистрируется в компании, у него есть только пока две возможности. То есть регистрируется, есть две возможности. Либо старт бизнес, либо 600, либо 800. После того, как человек регистрируется, у него уже там в личном кабинете открывается матрица апгрейдов. Он уже там может осуществить апгрейд на пакеты выше. Значит, давайте посмотрим матрицу апгрейдов с пакета старт бизнес, который 800. То есть партнер уже на пакете старт бизнес, это $800, и ему для того, чтобы перейти на пакет бизнес, нужно доплатить $800. Что происходит? Ему добавляются две лицензии, сразу же две лицензии. Значит, и за вот это действие куратор получает личное вознаграждение еще $100, и 2 PV уходят наверх. То есть таким образом вы можете посчитать 800, потом еще плюс 800. Мы таким образом собираем пакет бизнес, который 1600, у которого $200 абонентская плата и 3 PV. И получается, что вот эти $200 и 3 PV человек по пути собирает. Получается, на старт-бизнесе мы отдали $100 и 1 PV, и потом при апгрейде мы отдали еще $100 и еще 2 PV. Таким образом, была выплачена все вознаграждение, которое должно быть в пакете бизнес. Идем дальше. До апгрейд до премиума – это разница, да, тоже 300. Тут добавляется плюс 6 лицензий, потому что у старт-бизнеса не было пока лицензий. Добавляется 6 лицензий. И личное вознаграждение здесь в данном случае $400 и 9 PV. И пакет VIP, здесь та же самая разница, значит, 12 лицензий добавляется, личное вознаграждение 900 и здесь 19 PV. Идем дальше, посмотрим матрицу апгрейдов с бизнеса. Значит, тут тоже надо уделить этому внимание. Почему? Потому что у нас пакет бизнес, у него стоимость поменялась. У премиума осталась та же самая, а у бизнеса она поменялась. Поэтому здесь тоже поменяется вознаграждение и поменяется стоимость апгрейда. То есть, когда человек на бизнесе, он хочет перейти до апгрейда, то есть сделать апгрейд до премиума, эта разница будет 2300. То есть, если раньше была 2500, то сейчас это 2300. Мы добавляем не 5 лицензий, как раньше, а 4. Почему? Потому что уже 2 есть. У бизнеса на борту уже 2 лицензии есть. Поэтому до премиума, где 6 лицензий, нам нужно добавить плюс 4 лицензии. Я думаю, здесь понятно. Здесь просто разница. И личное вознаграждение, обратите внимание, раньше, если было это 400, то сейчас будет 300. Почему? Потому что пока до премиума человек шел, до этих $500 личного вознаграждения, он уже 200 получил. И здесь, значит, вот с этой разницей он получает плюс 300 и 7 PV, и с VIP-ом то же самое. То есть 4700 – это разница. Человек получает 10 лицензий дополнительно с этого апгрейда, личное вознаграждение 800 и 17 PV. Я думаю, что здесь, в принципе, все понятно. Так, идем дальше. Следующий вопрос – это переход из клиентов в партнеры. Значит, клиент переходит в бизнес. Значит, когда клиент находится на… Значит, приобрел лицензию Pro $900, у него есть возможность перейти на пакет бизнес сразу. То есть не старт бизнес, а пакет бизнес сразу. Значит, и здесь нам нужно тоже было сделать, ну, скажем так, уравнять. То есть
То есть партнер может сразу прийти на пакет бизнес, там, 1600 долларов, либо через клиент-партнер. И нам нужно, чтобы та же самая сумма была. То есть тоже было 1600 долларов в результате пакет бизнес, даже если ты идешь через путь клиент-партнера. То есть у нас до этого была разная стоимость. То есть либо ты сразу идешь в партнерский пакет, либо через клиент-партнера она была разная. То сейчас мы пришли к одной сумме. То есть чтобы через партнерскую программу, через продукт человек приходит к пакету бизнеса, чтобы сумма была одна и та же. То есть получается, что клиент, оплатив 900 долларов, он пользуется лицензией Pro, значит, и до 1600 ему не хватает еще 700 долларов. Поэтому вот эти вот, это, знаете, по сути, доплата старт бизнеса, который 800. Но за счет того, что мы убрали там личное вознаграждение, он стал 700. Таким образом, человек лицензию купил, потом доплатил еще 700 долларов, итого 1600 – это бизнес-пакет. Когда происходит вот такой апгрейд, что получает партнер, да, новоявленный партнер? Он получает 6 месяцев абонентской платы, и у него появляется плюс еще одна лицензия UDS. То есть получается, у клиента уже есть одна лицензия UDS, значит, и сделав апгрейд, он получает еще одну неактивированную лицензию, которую он может перепродать или на свой бизнес также запустить. Ну и у него открывается уже партнерский маркетинг, то есть он может заниматься созданием своего собственного отдела продаж. И при этом апгрейде один PV уходит в структуру. Значит, почему здесь нет личного вознаграждения? Потому что, по сути, когда вы регистрируете, то есть продаете клиенту, вы и так получаете очень хорошее, солидное вознаграждение, вплоть до 100% получаете личное вознаграждение. И потом, когда уже апгрейд делает клиент, там идет только PV, один PV наверх. Так, с этим тоже разобрались. Идем дальше. Есть вопросы по старт-бизнесу. Значит, во-первых, старт-бизнес, он влияет на квалификацию. То есть это полноценный пакет, партнерский пакет, значит, он влияет на квалификацию. То есть один старт-бизнес в одной команде, другой старт-бизнес в другой команде, он дает активность, то есть дает квалификацию. Это первый момент. Второй момент. Появление такого пакета запускает счетчик бонуса быстрого старта. Значит, так как, еще раз, это тоже партнерский пакет, то есть этот человек приходит на этот пакет с намерением работать в партнерской программе, поэтому этот пакет запускает бонус быстрого старта. Ну и логично, справедливо, что если этот пакет запускает бонус быстрого старта, то эти пакеты тоже участвуют в бонусе быстрого старта. То есть вознаграждение по этим пакетам составляет 500 долларов. То есть бонус быстрого старта тогда, когда в течение работы с счетчика вы делаете 4 регистрации партнера, и старт бизнес тоже в этом участвует. То есть получается, у нас сейчас есть 4, раньше было 3 опции бонуса быстрого старта. На бизнесе это 1000, на премиум это 3 и на VP это 5. Так вот, сейчас появилась 4-я опция бонуса быстрого старта. На старт бизнесах она будет равняться 500 долларов. То есть 4 новых подключения старт бизнеса, и будет выплата вознаграждения 500 долларов. С этим, я думаю, тоже все понятно. В целом, это все изменения по маркетингу. Значит, я специально делаю запись для того, чтобы потом вы смогли в записи это все посмотреть. Также вот эта презентация, она будет у департамента масштабирования. Вы можете обратиться к вашим кураторам, если было что-то непонятно. Но на самом деле завтра вы проснетесь, начнете регистрировать, там, в принципе, все понятно, поменялись только пакеты 600-800, и все дальше как бы работает, как работало. Вот, то есть мы увеличили чуть-чуть выплаты, значит, стало интереснее работать, и это все было сделано в рамках, еще раз, того, чтобы мы с вами, еще один инструмент к тому, чтобы мы с вами быстрее пришли к этой цели 10 тысяч новых партнеров. Я сейчас остановлю запись и еще поотвечаю на вопросы, а те, кто смотрит записи этот вебинар, спасибо, что вы были с нами и до скорых встреч. Ребята, я остановил запись.